Для начала я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые свядомые раскручивают. Президент покинул страну и находится за границей. Вот сегодня 14 число мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли. И это тоже на злобу дня, поскольку здесь собрались и руководители основных наших строительных организаций и управлений, и трестов, сейчас пытаются раскачать трудовые коллективы. Вы, наверное, это хорошо знаете, это хорошо чувствуете. Значит, о чем бы я вас попросил? Конечно, трудовые коллективы – это основа нашей страны. Вы мою позицию знали и знаете во времена пандемии, когда я практически запретил увольнять людей, выкидывая их на улицу. И трудно, сложно, но и сейчас непросто. Пускай молодцы строители, у них попроще ситуация, они все заняты делом, но тем не менее пытаются и строителей там качнуть и так далее. Наша позиция однозначна. Мы в тяжелые времена пандемии никого не наклоняли, не заставляли. И здесь тоже мы никого не должны держать. Если люди хотят работать, пожалуйста, вот работа, приходите, работайте. Ну, если человек не хочет работать, ну мы же его на аркане не затащим. Поэтому им просто, людям, коллективам надо объяснить, что если, к примеру, нормально работающее предприятие, слава богу, Беларусь-Калий, если они забастуют на 2 дня, то Урал-Калий и Компотекс, россияне, конкуренты и канадцы, перекрестятся и быстренько на рынок поставят то, что они хотят поставить. Что касается МТЗ, МАЗа там и так далее, ради бога. Вы сегодня не произведете 10 тракторов, не поставите их на рынок. Завтра немцы приедут с американцами, привезут свою технику, россияне тоже перекрестятся. Только надо понимать, что экономика сегодня в мире только-только начинает оживать. Она в пандемию была остановлена. И все борются за эти рынки, чтобы втюхать какой-то трактор и прочее. Если мы остановимся, мы никогда не раскрутим свое производство. Никогда.